Логотип – важная деталь в пиаре. Это не просто картинка, а фирменный знак, с которым ассоциируют бренд. Основы графического дизайна бесплатно осваивают и химчане. Лектор мастер-класса «Химки. Интересно жить» Наталья Курдюкова предложила участникам встречи не только попробовать свои силы в творчестве, но и обратиться к истории логотипа. Начало таким рисункам положила наскальная живопись. А примерно в XI веке у изображений появился рекламный подтекст. Люди стали пользоваться не то, что сами делали, да, не аграрный такой строй, а торговый строй начинался, зарождался. И вот так как люди были безграмотные, они, для них были вот эти вывески. И аптека, и там обувной какой-то магазин или ремонт. И люди по вывескам шли туда, куда им надо. После основательной исторической справки участники мастер-класса приступили к созданию логотипа. Конечно, с помощью специальных компьютерных программ. Алла Масленникова, HR-специалист, рассказывает, все, что связано с брендом компании и ее продвижением, для нее полезная информация. Знаете, я не очень часто попадаю на мастер-классы в силу загруженности. Сегодня побывала первый раз, и это действительно интересное мероприятие. Вот, очень понравилось. Посетить интересный мастер-класс можете и вы, а дате и времени узнавайте в газете «Химкинские новости». Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.